Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Кибер 2015 года. Спокойная, размеренная жизнь современного мирового пространства. Кажется, что ничто не может нарушить равномерный, плавный ход событий. Жизнь настолько механизирована, все рассчитано до мельчайшей детали. Казалось бы, что может произойти? Какое событие может выбить из колеи столь идеально отлаженную машину? Однако именно разработки в области новейших технологий представляют главную угрозу человечеству. Лучшие ученые умы из США и Китая объединяют силы в борьбе против самой мощной кибернетической атаки. Подозрительные лица 1995 года. Обычно, если есть преступление, есть мотив. Обычно, если проводится опознание, по крайней мере, есть один подозреваемый. Но это было необычным преступлением. Пятеро преступников столкнулись в одном необычном месте и решили прокрутить одно дельце. Но кто-то более сильный и могущественный, кто-то, чье имя пугает всех преступников мира, хочет, чтобы они поработали на него. Это не было обычным преступлением, и они не просто подозрительные лица. Хакеры 1995 года. Развлекаясь манипуляциями в коммерческих сетях, начинающий хакер делает почти невозможное – взламывает защиту секретного компьютера Gibson в корпорации Ellington. При этом он случайно подключается к схеме хищения средств, искусно замаскированной кем-то под компьютерный вирус, действие которого может привести к глобальной экологической катастрофе. Молодой хакер и его приятели в доли секунды превращаются в подозреваемых. Охоту за ними начинает ФБР и главный компьютерщик корпорации Ellington по кличке Чума. Однако молодые хакеры раскрывают губительность истинных планов Чумы и объединяют свои технологические знания, чтобы запустить массированную киберпространственную атаку, которая должна очистить их от подозрений и предотвратить экологическую катастрофу. Мистер Робот. История молодого программиста Эллиота, страдавшего социофобией и решившего, что единственный приемлемый для него способ взаимодействия с людьми – это профессия хакера. Чат. Компания друзей тинейджеров Эва, Джим, Эмили и Мо знакомятся в чате с Уильямом, харизматичным юношей, который мгновенно их очаровывает. Для Уильяма, однако, новые друзья – повод затеять игру в кошки-мышки. Притворившись, что хочет помочь Джиму отказаться от антидепрессантов, он толкает его на путь саморазрушения. Иллюзия обмана 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Бойцовский клуб 1999 года. Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скучной жизни, клерк встречает некого Тайлера Дёрдена, харизматичного торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование – удел слабых, а саморазрушение – единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга почем зря на стоянке перед баром, и очищающий мордобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание! До скорых встреч!